канал, и многие из вас хотят приобрести уже готовый сданный объект с коммуникациями и так далее. Давайте мы с вами попробуем сегодня посмотреть один из вариантов. Кстати, почему я показываю данный объект? Ну, во-первых, первый этаж. Кто-то скажет: «Макс, первый этаж — это плохо». Да, ребят, согласен, плохо. Но смотрите, с первого этажа у нас вид на придомовую территорию и вид на море. Ребят, на самом деле это не плохо, а наоборот хорошо. Опять же, такая студия, да, 45 квадратных метров. Кто-то скажет: «Макс, это мало». Да, я с вами соглашусь. Но, ребят, цена 4 миллиона 400, готовая, с ремонтом. Давайте я вам покажу, да, мы заходим. У нас отдельно, получается, место есть для гардероба. Да. Опять же, еще одно место есть для гардероба. Тоже большой плюс. Высокие потолки. И у нас полностью сделано здесь еще, помимо всего, ремонт сделан вот именно в санузле. Ну, нормально, хорошо и комфортно. Теперь, что касается, вот здесь подразумевается, что будет зона кухни. Ну и здесь будет зона, скажем, зала, да, такая хорошая, просторная гостиная. И кто-то из вас скажет: «Макс, ну блин, это не то немножко». Ребят, ну смотрите, такой вариант стоит там 4 400, если не ошибаюсь. Могу немножко ошибиться, может дешевле, может дороже. Я, ну, в общем, где-то 4 400. Я вам пришлю цены, если кто-то сделает запрос. Можно сделать 1 000 000 рублей первый взнос, как я сделал, да, вот в Радужном, и купить во внутреннюю ипотеку. Дополнительно еще есть такой небольшой бонус в виде вот такого вот помещения, ребят, смотрите, вот такое помещение. Здесь можно хранить лыжи, можно еще что-нибудь делать, в общем, бонусом. И на самом деле это закрытый поселок коттеджного типа, и я считаю, что довольно-таки все неплохо. Опять же, прописка есть, все есть, оформляется сразу на вас. В общем, раньше можно было внести 500 тысяч рублей, сейчас мы вносим с вами 1 000 000, это чуть больше 20%. И тем самым мы получаем с вами готовую жилую площадь, которая сделана со свежим ремонтом. Вы сами видите, да, все здесь обновили, все сделали. Кстати, по поводу дверей. Не хейтите, ребят, вот видели двери, которые стоят в Радужном? Эти двери будут стоять и здесь. Они заказаны, и буквально в течение недели двери будут установлены. Будут новые двери. Кстати, здесь так жарко, я даже, блин, я задолбался здесь находиться, если честно. Ну, жарко. Ну и посмотрите, да, первый этаж, зелень, вид на море, какой-то есть своя небольшая территория, поэтому я считаю, что можно рассмотреть. Конечно же, кто-то скажет: «Макс, покажи снаружи». Снаружи сейчас тоже у нас доделывается. Снаружи у нас тоже будет все реализовано, как положено. И давайте я вам покажу территорию. Вот на территории, смотрите, здесь у нас есть своя, так скажем, зона, где можно погулять. И вот здесь вот, да, если кто-то спросит, хорошо ли здесь жить или плохо, клиентам с, сейчас скажу, с Уфы, да, если не ошибаюсь, Уфы, здесь вот купили квартиру себе. Интернет есть, все есть. И я могу просто-напросто вас познакомить, и вы просто возьмете и получите отзыв от владельца, да. Он не продает, он купил. Сейчас я скажу, какой дом. Вроде вот этот, может, сейчас даже к нему постучусь и скажу привет. В общем, вот такое вот место. Опять же, фасад будет переделываться управляющей компанией. Птички поют. Здесь недалеко тисо самшитовая роща. Котики бегают красивые. Ну и, конечно же, вид все равно, я считаю, более чем интересный. Поэтому, ребят, если вдруг хочется что-то и вам не дают ипотеку, да, внутренняя ипотека от застройщика, я взял, все нормально, оплачиваю через предложение спокойно, как каждый месяц перевожу, и все. На 25 лет можно взять 12% годовых на остаток. Я считаю, что это более чем достойное предложение. Но опять же, видите, вид шикарный, все здесь классно, птички поют, блин, все супер, все просто потрясающе. Да, первый этаж, но первый этаж, смотрите, он, видите, находится на горе, поэтому вот Радужный. Просто в Радужном квартирке аналогично они подороже стоят, здесь подешевле. Поэтому, если кто-то хочет сэкономить, но взять квартиру с новым ремонтом, я рекомендую посмотреться. Ну и давайте вам еще одну квартирку тоже покажу. Ну, просто для многих это шанс. Особенно те, которые там ИПшники, да, всевозможные. Те люди, у которых там черный доход и так далее. Или у кого-то кредитная история испорчена. Для вас это реально шанс купить квартиру с ремонтом в Сочи. А теперь, ребят, пока.